Еще один расклад на пропавшую девочку, но это как бы не совсем на нее, а вот на мои ощущения, которые у меня возникли во время первого расклада. Ввиду моей работы, часто с покойниками, я ощущаю эту энергию, и вот нечто похожее я ощутила во время расклада на Таро, и вот захотела спросить, находится ли сейчас дух девочки в моем доме. Вот потому что, когда я делала расклад на нее, я обращалась к ней. Смотрите, что выпало. Карта гроб, карта дом и карта девочки. На дне карта крест. Изначально можно, конечно, двояко трактовать, да, что, возможно, душа девочки находится в ее собственном доме. Чаще всего сразу после смерти возвращаются души в те места, где их семья. Вот. Поэтому тут двояко, либо в моем доме, либо все-таки в ее родном. Я решила этот момент уточнить. Вот карта книга выпала на мой дом, и на ее дом выпала карта метла. Думаю, что все-таки карта показывает, что ее дух находится в моем доме, а карта книга показывает мой просмотр ее, да, информации о ней. В общем, карты показывают очень точно.